В Москве открылся выставочный проект ведущих художников Беларуси и России «Союзное государство. Единство через культуру». Каждая картина отображает уникальный взгляд автора на наши глубинные культурные связи. Проект создан в рамках празднования Дня единения народов Беларуси и России. Такие выставки, которых стало значительно больше в последнее время, в последние месяцы, конечно, после поручения и инициативы наших лидеров все-таки создать единое культурное пространство, мне вот кажется, с учетом представленности и масштабности работ, это пространство уже создано. Просто вот эти пазлы, которые есть в наших странах, их нужно сложить воедино и восстановить фактически тот потенциал, который у нас есть. То, что делают люди творческие, люди одаренные ради миллионов граждан, это тоже очень важно и требует поддержки. Именно таким мы видели эту выставку сегодня. Таким мы видим то сотрудничество, которое будет планироваться в взаимодействии с министерствами культуры Беларуси и России в ближайшем будущем. Экспозиция разместилась в музейно-выставочном комплексе галереи искусств в Зураба-Церетели. Название выставки говорит о том, насколько важно единое интеграционное пространство и сближение во всех сферах деятельности. Это очень важный шаг, да, то есть и для белорусского народа, для белорусской культуры, также и для наших российских коллег. Мы сегодня этим шагом демонстрируем наше единство, да, наши, так скажем, в одном пространстве правильное движение, правильные шаги. Потому что те процессы, которые сегодня идут в мире, мы не можем оставаться в стороне, да, мы должны показывать всем, что мы сегодня одно целое. В экспозиции представлено 40 картин художников из Беларуси и России. Организаторы стремились подчеркнуть объединяющую силу искусства в современном мире. Инициатива также направлена на межкультурный диалог и укрепление союзного строительства. Это мировоззрение, это чувства, это эмоции, это то, что необходимо для того, чтобы развивать и промышленный потенциал, и все остальные области, которые являются на слуху, актуальными. Но без общей культурной составляющей, без единых ценностей, которые именно в творчестве художников, музыкантов, актеров, архитекторов проявляются наиболее выразительно и знаково, просто нельзя двигаться вперед. Взгляд художников на союзное государство и на общие ценности – то, что точно привлечет внимание публики. Дарья Шманкевич, агентство «Минск Новости».